хочу показать, как выглядят камеры на дорогах в Германии, которые следят за скоростью машин. В общем, сейчас смотрите. Вот такой вот ставят на дороге, причем могут поставить где угодно. Он двухсторонний такой же, с той стороны. Вот он считывает информацию и передает потом. В общем, очень интересная штука. Вот так вот он выглядит сбоку. И видите, с этой стороны то же самое, окошечки с красными стеклами, которые измеряют скорость. Прям даже с номером, как машина стоит. Вот даже когда проезжает машина, в этом окошечке красном оно как считывается, так моргает. Буквально вчера этого прибора здесь не было. Даже утром, по-моему, я пробегала, не видела, не обратила внимания, скорее всего. В общем, водители в Германии уже привыкшие, что такой прибор может появиться где угодно, на любом участке дороги. И очень часто люди либо получают штрафы неожиданно, либо же прям следят за этим. Но нельзя в Германии пользоваться такими приборами, как антирадар. Вот, поэтому только на свой страх и риск ездят, либо же правильно, либо же получаешь штрафы.